Сегодня ночью на Тысячнике будет проводиться ремонт. Архангелогородцам необходимо сделать запас воды. Давление в сетях понизят уже сегодня с 8 часов вечера. С 23 часов воды не будет в Октябрьском, Соломбальском, Маймаксанском и частично Ломоносовском округах. Работы планируют завершить к 8 утра субботы. После этого возобновится подача воды. Причина отключения – прорыв на магистрали в районе улицы Карла Липнихта. Впервые при отключении Тысячника будет задействован кольцевой водовод, введенный в эксплуатацию в конце прошлого года. Однако, как сообщили в водоканале, в связи с тем, что запасная магистраль будет применяться в тестовом режиме, горожанам все же лучше сделать необходимый запас воды.